Так, Венера, 10 июля 2020 год, пришел на рассвете. Около 5 часов уже, наверное, по Киеву. Только что снимал в режиме пониженной светочувствительности. Это в ночном режиме на фотоаппарате, в режиме съемки Луны. На фотоаппарате Nikon Coolpix 5000 есть такой режим. Пониженная светочувствительность, очертания почетче, но совершенно невозможно второй раз навестись на Венеру. Мало света и все теряется. Да. Во время предыдущей съемки я больше рассказывал о том, что только что заметил при съемке парада планет комету Neowise. Впервые в жизни увидел комету живую. Так, Венера. И серп Венеры не потому, что она затмевается чем-то. Еще раз говорю. Потому что она освещается как серп лунный. То есть с одной стороны солнцем, а темной частью обращена к нам, к Земле. Так что это не затмение, это просто фаза Венеры. 64 миллиона километров до нее. Поснимать решил потому, как редко при дневном свете можно, вернее, как было написано, изредка Венеру можно видеть и при дневном свете. Опа, сбила Венеру. Ну а там у нас уже солнышко вылезает секунду на секунду. Дальше я снимать не буду, потому как не хочу пожечь оптику. Ну, думаю, видно, что все уже. Пропикал опять 5 часов утра. Можно вот так снять. Ну, видишь, что уже солнце. Освещен дом. Ладушки, 10 июля 2020 год, конечно, главное впечатление дня и, наверное, года съемки — это ехать снимать парад планет и напороться на комету, которую я даже не сразу смог идентифицировать. Думал, самолет летел, слева стоял или еще что-то. В общем, ближайшие дни советую посмотреть. Утром перед рассветом левее Венера. Комета 2020 Neowise.